Акции «Подмосковье помнит» жители региона отдали дань уважения героям Великой Отечественной войны. 21 июня ее старт дан в Люберцах у мемориала «Вечный огонь». Жители округа и его гости зажгли десятки свечей. Конечно, мы в такие дни возвращаемся к Великой Отечественной войне. Мы вспоминаем своих близких, потому что большая Родина, она начинается с маленького клочка земли, где ты родился, начинается с твоих близких и родных. За 4 года Великая Отечественная война унесла жизни 27 миллионов человек. Отец люберчанки Валентины Леонтьевой, так же, как и многие, ушел на фронт, но, к счастью, не пополнил цифры этой печальной статистики. Он всегда говорил, что они в большом долгу перед теми детьми, которые не вернулись. Люди, которые не вернулись, остались там. Он всегда говорил два слова. Пуля дура. Мы лежим, говорит, в окопах в ряд. В него пуля попала, а у меня нет. Каждый оставшийся в живых, говорит, должен ставить памятник мертвому. Услышать правду о тех трагических днях из первых уст – такая уникальная возможность есть у воспитанника кадетской школы Артема Рябова. Его прабабушка – ныне живущий ветеран трудового фронта. Она рассказывает то, что это было очень страшное время, то, что был очень ужасный голод, даже в Москве, что когда вот немцы каждый раз летали на своих самолетах-разведчиках, они просто не щадили никого, потому что как может человек, который захватил почти что весь мир, о чем-то жалеть хотя бы? Она до сих пор молится, говорит, дай бог бы не было еще одной войны. Место для старта акции выбрано не случайно. Мемориал «Вечный огонь» в Люберцах возведен в 1965 году. Он стал первым в Подмосковье. Поэтому именно от него каждый участник акции зажег свечу в своей лампадке, чтобы увести в свой муниципалитет. Я хотела бы, чтобы сегодняшняя акция, которую мы здесь проведем, тот огонь, который мы зажжем, он был не просто символическим. Вы каждый, привезя свою территорию, вспомнили, кто тогда в 41-м ушел на фронт, благодаря кому мы все с вами сейчас живы. Митинг у Вечного огня продолжило траурное шествие. Колонна прошла до часовни всех святых. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев и Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.